В педагогической конференции принимают участие руководители всех образовательных учреждений района и представители местного самоуправления. Ключевым моментом мероприятия по традиции становится презентация фильма телеканала «Одинцова» о работе системы образования Одинцовского района за прошедший учебный год. Хочется поблагодарить за сотрудничество наше Одинцовское телевидение, потому что на протяжении уже нескольких лет мы ведем плодотворную работу. Ежегодно готовится, мы так называем, отчетный фильм по итогам работы всего учебного года. Фильмы получаются замечательные, которые отражают действительно многогранную работу и дошкольников, и школьников, и системы дополнительного образования. Поэтому, уважаемые коллеги, я вам от души говорю спасибо и желаю дальнейшей работы, плодотворной на результат. В создании фильма о работе управления образования участвуют все сотрудники редакции телеканала. Это журналисты, операторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Впереди новый учебный год. Год поиска решений сложных управленческих задач. Год реализации новых образовательных идей. Хронометраж фильма в этом году составил почти 30 минут. Пришлось пересмотреть десятки кассет. Более 100 информационных сюжетов легли в основу телепроекта. Трудились все. Премьера фильма о работе управления образования района состоится сразу после выпуска новостей. Посмотрев его, зрители узнают о достижениях педагогов и успехах одинцовских школьников.